Здорово, друзья, с вами Спикер, и мы продолжаем играть Dead by Daylight. Мы сегодня посмотрим нового охотника, у нас на очереди деревенщина. Вот такой кровожадный деревенщина, посмотрим, какие есть внешности, поменяем внешность и вот такую пугающую сделаем. Хотя с такой внешностью, мне кажется, будет видно хорошо издалека, мы сделаем уже вот такую и поменяем, наверное, оружие. Да, есть оружие, и можно изменить молот, и вот такой тяжелый молот. Ну, давайте, наверное, какой-нибудь с кровью. Вот такой кровожадный с кровью молот. И давайте же найдем парочку жертв. Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем тебя искать. У нас деревенщина, у нас есть бензопила. И можно уже опробовать, друзья. Давайте же посмотрим, как это круто смотрится. Ох ты, да, вот это жесть. Хо-хо-хо. Реально может разрубить. У нас много коридоров, у нас новая карта, у нас помещение. Тут слишком много поворотов, и это реально не найс, не в мою пользу. Ну хорошо, мы маленько прислушаемся, где они будут чинить, и будем искать жертву. Это, видимо, какая-то у нас больничка. Не успел прочитать, какое у нас название карты, но чувствую, тут будет много боли. Много криков на крюках. Ну что, найдем первую жертву, насадим на крюк. Ох, сколько генераторов. А им нужно всего лишь 5. Мне кажется, на этой карте гораздо больше генераторов. Какое-то дыхание слышу. Это, походу, наш деревенщина. И я слышу первый шум уже есть. Первый шум, и бежим туда. Так, можно пробежаться. Очень, конечно, медленно передвигается. Его прям за углом уже есть персонаж. Нежданчик был прям за углом. Не тут-то было. Мы обойдем это дело, конечно же. Беги, беги быстрее. Я прям за тобой уже. Оп, тук-тук. Есть кто-нибудь в домике? Тебе страшно? Я чувствую, как твои уже мурашки бегают по твоему телу. Побежали первым крюком. Мы посадим тебя и будем... Ах ты, черт, уже починили один. Я не понял. Он убежал, что ли? Как так быстро? Прям передо мной стоит и прям ментается влево-вправо. Нет, походу не убежал, но еще у меня на плече. А я решил уже вторую жертву взять. Какой кровожадный убийца. Он вырывается, что ли? Ребят, вас слишком много тут, что ли? Вас слишком много, наверх что можно? Да, он кричит, он значит еще у меня на плечах. Не попасть. А вот я точно убежал. Как же больно. Раненый, и походу он сдался, что ли, он стоял на месте. Ничего страшного, мы тебя казним. Тебя казним, ты будешь приманкой наша. Я уже видел три жертвы, и реально круто получилось. Ну-ка, давай-ка прям сюда, на крючок. Все-таки вырвался из наших крепких рук. И ждем жертву. Кто будет тебя спасать, интересно? Тут слишком много поворотов, это, конечно, не очень хорошо. Но кто тебя будет спасать, мне интересно. Так, есть шум, есть музыка, значит, где-то поблизости есть. Вот наша жертва. Оп. Больно, я чувствую. Я далеко не буду уходить, я буду поблизости. Ранена жертва прямо уже возле меня. Обалдеть. Как же это получилось круто. Оп, готов. Конечно же, готов, он валяется уже внизу. Так, тебя заберем. Тебя заберем, даже не знаю, отнести тебя на другой крюк, либо оставить тут-то. Конечно, я уже взял, и нужно отводить его на другой. Иди отсюда. Иди отсюда подальше. Хорошо, я уйду отсюда. Мы уйдем в другое место и посадим тебя вот сюда на крюк. Там будет, конечно, меньше жизни у чувака, и он быстрее у нас помрет. Давай, кричи. 4 генератора, и что у нас получается? Красотка, походу, не спускает. Прям в центре. Со всех сторон могут меня обойти. Мы, наверное, отойдем, наверное, вот сюда маленько в сторону. И подождем вот тут-то. Прям за углом. Я вижу жертву. Включаем бензопиво и идем прямо на жертву. Я запутался. Вот наша жертва. Вот наша жертва. Побежал. Мы обежим здесь. Вокруг нее. Нет никого. Пытается все-таки, наверное, спасти, ребята. Друг друга, конечно же. Все уже живы, все похилились и все живы. Ну что, куда вы делись-то все? Тут еще сверху можно бегать, походу. Маленько отойдем и вернемся обратно. Никого не видно даже.
Он даже практически не страдает. Так, я вижу, они чинят. Они чинят. О, вот он наш жертва. Вот, сдох. Нет, он всего лишь раненый, походу. Я не вижу, куда он делся. Помри уже. Вот, кажется, ползет. Мне показалось. Я хотел завести бензопилу, но он слишком близко был ко мне. И скоро он помрет. 4 генератора, конечно, очень плохо для них. И уже практически один помер практически. Ох ты, да. Иди ко мне, голубушка. Буквально осталось, да, чертов с два. Я за тобой. Я прям за тобой. Ну нет, практически за тобой. Ты неизвестно куда убежал еще. Влево, вправо. Жертва у нас уже практически готова. Да, осталось буквально чуток. Давай же, помри уже. Кто стоит? Никого здесь нету. Меня атакуют просто со всех сторон. Можно даже подняться наверх. Это здорово. И спрыгнуть. Ох ты, да, починили еще один. Да уже наконец-то сдохнем. Мы включаем бензопилу и сейчас зарежем тебя. Ох ты, да, пополам. Нет, друзья, он мертвый. Мы бежим, наверное, к остальным уже. К остальным жертвам. Осталось 3 генератора. И, кажется, был шум какой-то. Бежим искать остальных. Где же, ребята, вы спрятались? Я вас найду. Пока что очень тихо. Тут у нас... Погоди секундочку. Я слышу шум. Да, пытались его починить, но это дело, конечно, мы это уберем. Так, есть еще поблизости еще один. Ох ты! Черт, как напугал меня. По идее, я должен пугать, а я испугался. Прям в окошко. Нет, не в окошке. Куда ж делся ты? Он точно будет его чинить еще. Так, это дело мы уберем, чтобы нам не мешало. Позади никого нету. Этот пытались починить? Нет, не пытались. Куда ж ты делся? В красной футболочке. Красный цвет, кстати, очень хорошо видно, так что зря он выбрал эту футболочку. Так, ну что уже? Да, он уже испортится сейчас. Здесь спуск в подвал у нас есть. Бесстрашных ребят тут у нас нету. Мы выходим из подвала. Но он точно где-то поблизости должен быть. Так, пробежим сюда, наверное. Вон там есть парочка генераторов. И как раз можно пробежать именно вон туда. Чинят. Да, пытались починить. Что-то есть. Что-то с чем-то было. Но где жертва? Где моя жертва? А этот даже и не пытались. Вернемся обратно, у нас тут есть поблизости 4 генератора. У нас есть вон там пятый, это в центре. Да, в центре, где как раз я и бегал. Ух, я видел жертву в красной футболке. Мы бежим прямо к нему. Вот наша жертва. И я вижу тебя. Только не беги через окошко. Оп, я уже тут. Нежданчик, мы обойдем с другой стороны. Ух ты, как быстро, да, это другая жертва уже. Какая разница, всех убивать нужно. Мы отсюда не выйдем. Нет, выйдем вот так, там слишком много шума было позади. И куда наша жертва убежала? Вот она. Пробьем себе проход и двинемся дальше. Налево, направо, эх, пойдем сюда. Что такое? Вот же жертва. Оп! Вот это получился удар. Давай берем ее. Берем за хапку. Ну берем, давай бери ее. Вот, отлично. Осталось 2 жертвы, друзья, и осталось 3 генератора. Эту мы точно должны казнить. Тут есть поблизости. А это генератор. А мне нужен крюк. Ну пойдем сюда. Далековато, ну придется. Влево, вправо. Как ее трясет-то, а? Какая ты дерзкая-то. Доведу, не доведу. Делаем ставки. Да, давил, успел. И посадим на крючок. Давай, крючок. Тут есть поблизости окошко. Есть окошко, есть вот такая коробка. Которую, конечно, я уберу. Новые жизни. Новые жизни. О-о-о-о, стоит ждать. Ждет же. Пытаемся типа обойти. Но мы вернемся обратно. А он ушел просто. Он просто-навсего ушел. А он струсил. Он просто струсил. Что такое происходит? Шум есть. Есть шум. Детка пытается сопротивляться, походу. Но не тут-то было. А был шум, осталось 2 персонажа.
Давай же помри, сопротивляйся скорей. Она сопротивляется. Это хорошо. Значит, быстрее помрет, и я найду остальных. Как же заключить? Секундочку. Пытается снять, что ли? Нет, друзья. Ей хана. О, тут пытались починить, я вижу. Даже очень хорошо практически починили. И никто не успел ее спасти. Осталось всего лишь двое. Двое, и бегаем и ищем последних двух. Тут нас не пытались чинить. Мы вернемся, наверное, вон туда. Хотя здесь практически починили. И нужно все-таки, наверное, подождать, пока он испортится полностью. Пробежимся быстренько все-таки туда. Тут тихо. Тут слишком тихо. А этот все-таки пытались чинить. Сейчас это дело мы, конечно, уничтожим. Так, можно? Нельзя? Он практически готов уже. О, готово. Ку-ку, здесь никого нету. Здесь тоже никого. О-о-о-о, прям передо мной. Как же так? Вот это реально столкнулся эпично. Только куда-то убежал. Как же не повезло-то. То есть ему повезло, а мне не очень. Он просто меня вытолкнул с прохода. Так, вернемся, наверное, все-таки обратно мы. Потому что тут практически дочинили, и нужно бегать между ними. Нужно искать, где они будут чинить. Осталось целых три. Это реально проблема для них. Нет, не пытались чинить, но, видимо, все-таки скоро будет уничтожен. Так, есть генератор еще в центре. Сейчас пробежимся к центру. Ох, а вот и я как раз, голубушка моя. Прям в окошко и побежала походу дальше. Я даже не знаю, куда убежал-то. Досадно, очень досадно получилось. Она просто скрылась. Ну, конечно, я не успел до центра. Но логика была как раз туда. Хорошо, у нас сколько осталось? У нас осталось 4 генератора и осталось починить 2. 2 чувака и 2 генератора. А мне раунд этот начинает нравиться. Так, был какой-то шум. Секундочку, где был шум? Где-то прям поблизости. Пытались починить, знаешь, где-то поблизости. Ребята, заныкались. Ку-ку, есть кто-нибудь дома? Нет, не повезло. Ящиков здесь слишком много, и, конечно, смотреть каждый. Просто запаримся. Ох, я пытался вы видели, друзья. Я пытался завести бензопилу. Оп, готово. Так, он проходит туда. Мы пройдем так. Мы пройдем в наглую. А он побежал налево, и мы тоже налево. Куда ж ты скроешься? Не знаю, куда он скроется, но мы идем прямиком прям в ад. Прям за ним. Куда он? Куда он? Прям бежал. Прямо бежит. А дальше я не знаю. Хоть убей, не знаю. Ворона прям в нашу сторону. О, вижу. Я видел, побежал налево. Сейчас доберемся до него. Зоркий глаз увидел жертву. Куда ж она делась-то? Вот жертва была. Прям передо мной практически. Я вижу. Заиграла музыка и снова погоня. Я вижу тебя. А тут... О, сортир. Оп, не успел, походу. Буквально чуток. Ну что, остался один. И два генератора целых. Чувак уже не сопротивляется. Нету сил, потому что он уже на крючке. Сейчас доведем. Тут недалеко. Ох ты, да, он починил. Починил генератор, конечно, здорово. Но в одного будет очень сложно. А если будет последний выживший, открывается какой-то люк, и тогда они смогут убежать. Но ничего страшного, мы из тебя посадим. Он, кстати, уже висел, я вижу, жизни в нем маловасто. Так что последний чувак и последний генератор. Конечно, бензопила это круто, но слишком долго он ее заводит. Вот в чем проблема. Не для этой карты нужна эта бензопила. Спасать, интересно, будешь друга своего? А он сопротивляется, вижу. Эх ты да, сопротивляется, но не тут-то было. Я промахнулся. Ничего страшного, мы догоним тебя. Оп, задел. А он убегает. Куда убегает? Прямо бежал. Прямо и налево. И походу будет пытаться спасти своего друга. А мы сократим этот путь. Я не вижу его. Маленько назад. Он уже раненый, и осталось буквально чуток до его друга. Нет, все-таки вернусь.
вернусь все-таки, и нужно будет убедиться в полной смерти третьего персонажа. Да, готово. Он готов, и последний остался. А уже он похилился. Где-то прям тут он похилился. А другой может уже просто убежать уже на выход. А где же этот выход открывается? Вот в чем беда. Даже и не знаю, друзья. Аптечка на земле. Чувака нету. И я потерял другого. Да, конечно, все по справедливости, а вот найти четвертого, конечно, будет сложно. Он просто идет к выходу, который я даже не знаю, где находится. Вот в чем беда. Сколько здесь окошек-то? Так, похоже, он в красной футболочке. Так, секундочку. У нас получается выход, и тут, походу, какой-то должен быть люк. Но я его тут не вижу. Хоть убей, я его здесь не вижу. Шума нету никакого, чувака я не вижу. Куда ж он делся? Последних двух нужно ловить сразу же одновременно, и чтоб не было никакого шанса. Мы ищем. Мы ищем последнего, кажется, я заметил, какое-то было движение. Или его просто показалось. Пробежимся наверх, посмотрим, что у нас наверху. Есть какие-то компьютеры, можно обойти, наверное, вот здесь еще. И спуститься здесь. Ну что ж ты будешь делать-то? Последний генератор, и где аж находится? Пробежимся по генераторам, что же делать? Пробежимся и посмотрим. Может даже и чинит. Нет, это точно не чинит, мы же бежали к другим. Этот завели, все-таки его смогли завели полностью. Сколько здесь ворон-то? Так, направо-налево. Здесь даже и не пытались, и последний остался вот здесь. Да куда ж он делся-то? Ты боишь дивизию-то. Он точно от меня убежит. Куда ж ты делся? Это у нас, походу, операционная какая-то. Ему страшно. Он затаился. И я должен услышать его дыхание. Но пока что я не слышу. Тук-тук, в домике никого нету. Черт возьми. Пойдем проверим генераторы. Ему реально страшно. Потому что если я увижу, ему будет реально смерть. Тут у нас никого. Ох, реально, сам последний и самый сложный, можно сказать. Побежали вон к тому генератору. Прям через окошко. Деревенщина, в принципе, неплохой персонаж. Бензопила практически бесполезна в таких проемах. И я не вижу, где находится выход. Куда ж ты скрылся-то? Как же он заныкался. Слишком долго, конечно, я его ищу. Найти я не могу. Там вот этот генератор. Пробежимся еще разок по генераторам. Возможно, он чинит. Или он просто новенький и не понимает, что открывается какой-то люк. Я даже не знаю, видно, не видно игрокам этот люк. И нужно все-таки поиграть, наверное, за игрока и посмотреть, насколько будет... Секундочку. Это у нас просто деревяшки разломаны. Насколько будет интересно поиграть за игрока. Но хотя бы какой-нибудь шум бы. Он что ли реально издевается надо мной? Там тоже выход, но там тоже пусто. Куда ж ты скрылся, мой друг? Я найду тебя. Я найду тебя и отрежу тебе голову. Хотя резать нам нечем, а у нас есть бензопила. Да, черт возьми, реально. Он где-то заныкался. И просто отсиживается. Пробежимся поверху. Тут можно и тут пробежаться даже.
посмотреть уже вниз даже. И можно уже спрыгнуть. Ух ты, да, довольно удобно. Можно же и спрыгнуть. Тишина. Реально тишина, и не могу его найти. Последний куда-то заныкался. Я тебя все-таки найду. И реально просто казню. О, друзья, он все-таки на выход ушел. Ну что, это был Деревенщина, а с вами был Спикер. Увидимся в других роликах. Всем спасибо, кто смотрел, и увидимся. До новых встреч. Всем пока.